Нельзя, чтобы фонарь сдох прямо на глазах у гостей барона. К тому же без него тут темно. Да они постоянно моргают. И ты не можешь его починить? Я похож на инженера. Мы просто не поспеваем за всеми новинками его светлости. Если фонари не будут работать, светлого будущего нам не видать. Иди сюда. Ась? Помоги новичку, ладно? Он уже минут 10 шаровню раскочегаривает. А я что, его нянька? Давай, пока он сам себя не поджег. Ой, да. Дурацкие сквозняки. Надоело, что они вечно гаснут. Ты про масляную тряпку не подожжешь. Я тебе покажу, как надо. Если сложить слишком плотно, воздух не будет питать огонь. Стоило самому догадаться. Я ведь из семьи Углежонов. Вот как? С тех пор, как открылись заводы, вашего брата не видать. А? Чего? Надо быстро его оглушить, тихо и не убивая. В чем дело? Зачем ты убила стражника? Он был почти твой ровесник. Он был стражником, Гаррет. Ему не повезло. Ты совсем не изменилась, да? Как будто ты никого не убивал. Я не убиваю бездумно и без причины. И не беру за это деньги. Короче, тебе убивать можно, а мне нельзя. Конечно, я понимаю. Зато он не очухается и не пойдет по нашему следу. Когда стражники очухиваются... Я обычно уже исчезаю без следа, а ты наследила.
если ты так торопишься. Может, я пойду первая? Ты меня только задерживаешь. Тебя задерживает эта штука. Что происходит? Тут кто-то есть? А? То ли я что-то слышал, то ли надо поспать. Чёртовы колокольцы! Хватит шляться взад-вперед, а то новые сапоги топчут. Сэр, моя девушка хочет познакомить меня с отцом. А он не знает, что я вступил в стражу. И что? Городская стража — это почетно. Видите ли, сэр, он верит в эти гадкие слухи, что мы все продажные. Да неужели? Тогда скрути, ублюдка, в бараний рог. Понял? Да, сэр.
что я тебя опережу? Я с тобой поделюсь. Скорее всего. Я боюсь, что из-за тебя нас обоих убьют. Я в порядке, понял? Я быстрее двигаюсь, быстрее карабкаюсь. Быстрее убиваешь и делаешь ошибки. Да-да, ты неуравновешена. Именно поэтому я лучше. Смирись с этим. Давай же закончим эту работу. Причем без этой штуки. Полагаю, мы за этим пришли. Камень примали. Мантии. Мантии всегда дурной знак. Братья Корнелиус, Альдус, достаньте ключи! Это же барон Нордкрест. Мы собрались здесь, чтобы привести этот город в новую эру, век прогресса. Давайте же приступим к вызову! К вызову Примали! Сандра Сатракакан. Сэкен Рана. Давай, спускайся сюда, будет весело. Нет. Надо уходить. Дело сделано. Что? Ты смеешься? Здесь что-то не так. Слишком опасно. А ты еще не готова. Ты сам знаешь, я уже не ребенок, я справлюсь. Я пойду туда с тобой или без тебя? Без этого ты никуда не пойдешь. Это... Гляди! Он проснулся. Эй, эй, хорош, ворон, считать! Надо провести его в город, пока комендантский час не настал. Успокойся, парень. Нам нужно довести его до часовой башни, и все будет шито-крыто. Куда телегу везете? В Столмаркет, в булочек. Говноед, я тебя, что ли, спросил? А? А ну, вали! Чертовы попрошайки. Я прям по старой страже скучаю.
Голоса! Остановите кошмары! Мрак совсем людей одолел. Везде, кроме Олдейла. С этим надо что-то делать. Да на нас им всем начхать, парень. Ты это скоро поймешь. Его волнует только прогресс. Вот тебе нужно еще больше этих чертовых труб. Эй, там на ящике! Хватит! Хватит? Это ведь не еда для голодных, не лекарство для больных. Эй, ты! Думаешь, тебе хорошо, потому что твоя работа ковырять дерьмо для богатых? Барон на каждого набросит петлю, но грядут перемены. Орион изменит наш город. Барон сгинет в огне. Увидите! Видите? Они боятся правды! Не высовывайся! Эй, ты! С кем это ты говоришь? Беги! Стоять! Все обдумать. Не дай ему уйти!